В Москве бушует ураган. Жертвами стали уже по меньшей мере 11 человек. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Из-за разгула стихии в Московской области без электроэнергии остались около 7 тысяч человек. Также информагентство сообщает о том, что в результате падения деревьев заблокированным оказался выезд из резиденции Горки-9 российского премьера.